Друзья, всем доброе утро. День сегодня у нас прекрасный. Чуть-чуть похолодала погода. Все везде зацвело. Красота. Немного похолодало. Ветер. Но солнце. Небо чистое. Ни одной тучки. Вчера ходили в футболках. Сегодня куртку одела. Похолодало немножечко. Красавец пион. И вот уже пион. Скоро. Ландыши уже отцелились. Эхинацею я посадила специально для чая. Все прекрасно знают, что эхинацея укрепляет иммунитет. Розы скоро зацветут. И эта роза скоро пойдет. Эта роза. Виноград, тот, который не пропал, пошел дальше. Начинают гнить черешни. Там кто-то мне, друзья из подписчиков, писал: надо обрабатывать. Друзья, я не обрабатываю ничем. Я хочу употреблять экологически чистое, без химии. Химии нам в жизни хватает. Везде химия. Во всех магазинных продуктах. Даже на рынке сейчас нет чистого мяса. В бассейне сегодня 12 градусов. Вот поэтому и говорю вам, что похолодало немножко. А грушка еще цветет. Яблонька еще цветет.
Грушка уже отцвелась, яблонька рядом, на ней цветочки есть. А вот игрушку нашла. Это груша, друзья. Есть, а ну посмотрим. Есть некоторые, которые завязали. Ну, не завязалась, понятно, наверное. Наверное, это пропадет. Посмотрим. Нет, завязалась. Завязалась. И еще. И еще есть. Есть цветочек. Привет. Как дела? Порядок? Разговорчивая это наш. Ты разговорчивая? Да, и спокойно дается фотографировать. Она у нас могла бы спокойно стать лицом любого журнала. И эта девушка. Ну, рассказывай. Стоит только к ней обратиться, и она начинает рассказывать, как прошла ночь. Нормально? Как спалось? Как сирены звучали? Спалось или нет? Все ли спокойно? Все ли проснулись? Порядок. Все живы, здоровы. Вчера уже попробовала салат из этого салата. Иди, помощник. Давай. Вот этот жестковатый. Называется горчица. Это мой помощник. Без нее никак. Лук уже, салат делаем. Морковь. Морковь покажу. Благодаря дождю пошло. Мы везде, везде вместе. Это то, что я обожаю. Ни одно блюдо, ни один салат у меня без укропа не обходится. Цибулька сиенка. Это мои цветы Бетховена. Кто давно подписан на мой канал, знает, почему Бетховена. Это память о моем друге, о нашем друге. И вот такой, друзья, виноград в этом году. Большинство, то есть старые ветки пропадают, видите, новые отходят, лишь новые. Ну вот почему-то вот таким образом где-то был какой-то заморозок весной, вроде бы весна была и теплая. Но здесь сверху виноград примерз. И
наш помидор. Знаменитый 1700. Будем его так и называть. Помидор 1700. Конечно же, погода была благоприятная, поэтому вчера баклажаны и перец. Ну и то, что я обожаю. Земляника. Красавица. Как она красиво цветет. Друзья, конечно же, кто не успел подписаться, обязательно подписывайтесь. Я когда ездила в Турцию, мне очень понравилось. Я есть здесь. It is here. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. До новых встреч в эфире.